Добрый вечер, дамы и господа. Спасибо большое, что вы приехали сегодня. Я хочу представить эту группу. Это группа «Дель Карибе». По-испански это «Nueva Sociedad del Caribe». Ну так, укорочено «Дель Карибе». Мы постараемся вам действительно передать очень хорошие эмоции. И думаю, вам понравится. Мы будем приятно вас удивлять, так что вы приготовьтесь. Ну, спасибо, что вы приехали. Come on, come on.
Jornalero Cuba. ¿Qué me dijiste, papi? Bueno, va a ser un tema ahora de uno de los grandes compositores latinoamericanos, el señor Juan Antonio Solís, más que un amigo. ¡Hey! Yeah.
Помните, я вам говорил, что мы вас приятно удивим. Мы... Вообще очень круто, что этот жанр в нашей стране представлен вот так, как вот сейчас он представлен. На самом деле до этого никогда не было такого оркестра, я еще раз говорю, в этом жанре. Поэтому мы будем максимально интегрировать его везде, куда можно. Здесь все просто музыканты сидят, артисты. Вы понимаете меня. У нас есть очень хорошая программа совместно с очень талантливым человеком Давид Худжадзе. Знаете, есть такой грузинский мачо, с которым вот мы решили... Можно вас, да? Вы сейчас все услышите. Спасибо за Розу Могина. Всем добрый вечер. Меня зовут Гато. У нас есть общая программа, но сегодня ставим вам несколько песен. Посмотрим, насколько это вам понравится. Так что поддержите. Мы не знаем, и мастерия работы, а мастер.
Испанском языке. Половину понимаю, что я пою, половину не понимаю. А? Потом он будет на грузинском петь. Он там ничего не понимает. Абсолютно. А песня хорошая, вот она. Semejanza, las olas se levantan y me vencerán como tú. Todo es tu vida, si viera, te lo llamaba a mí.
como dices corazón, desde que tú no estás. Кстати, вот здесь сидит композитор Игорь Каметанзе, который написал эту песню. Сейчас попробуем я, Фернандо и Фил. За тобой уплывали все мечты. Ничего не оставила мне ты, только холод пустоты. Я любил тебя, как любил в жизни тот раз, и обещал и жил тобою. За все прости, ну отпусти. Когда слова все больнее с каждым днем, когда мосты разводят ночь. Мы лишь памятью своей живем, и снова память эту гонит ночь. Я люблю тебя, как любил в жизни только раз. И я мечтал и жил тобою каждым и вечером. За все прости, но отпусти. Спасибо. И напоследок сейчас я еще вам устаю, потом поставлю людей, чтобы они более хорошо сыграли. Напоследок я свою еще одну хорошую старую песню.
Вы знаете эту песню, вы знаете припев, уже там слово общение, но так что если у вас будет желание вместе с нами спеть эту песню, без проблем. Пакет витаминов.
Там есть пакет, там есть витамин А, Б, С, Д, так что вы не скупитесь на аплодисменты. Да, Давид Худжарзе. Сейчас мы еще немножко поиграем такую этническую кубинскую музыку. Немножко в формате этого джаз-клуба сыграем пару тем джазовых. Так что мы еще не закончили. Se funda en una sola tu alma y la mía.
Bueno, mira, de Alto Cedro, paso por Guacaré, así que vamos allá. Te ponemos chiquito, de momento grande, ¿qué es esto? Yeah.
a hacer un tema ahora que ha sido muy famoso en el mundo. Un tema de un brasileño. ¡De Michel Telo! ¿Qué me dijiste, Pipo? Bueno, vamos a hacer bailar.
Thank you.
del Caribe. Como quiera, maestro. Latin Jazz.
Спасибо большое. Вы хотите еще или все? Еще? Все? Подожди, второе отделение? Нет, подожди, давай лучше мы этого большого грузина позовем сегодня. Сейчас их поем, ладно? А то мы сейчас играем, а он сидит так хорошо. Ну. А где наш директор? Куда она ушла? А, она здесь. Алла, тебе все нравится? Правда? А, да, сейчас поем еще одну песню. Меня заставили, я не хотел. Дерево? Старая народная английская песня «Чита Гвита». Следующая песня называется «Дерево». Кстати, ну, я видел, тут сидят много красивых девушек.
и не очень красивых парней. Но по-любому я думаю, что они вам не будут отказывать. Так что встаньте, пригласите девочек на танец. Извините меня, дам. Приглашайте. Извините за маленькую паузу, ну, когда нету мини-дисков, всегда так. А там мини-диск убавили. Thank you.
πάντω μαύρα ένα σπίτι. Πήγες το σώμα μου με άλλα βραστόρι, άλλα βραστόρι. Μουσική να πέσει, τη μεγόνα να πέσει. Σε όλη τη μισθά, εσπότη να στο πριν, το πριν. Ήμουν ένα πόνο να με πει, τότε να πει, τότε να πει. Все песни, вот человек, аранжировщик. Фернандо Санчес Абад. Бас-гитара. Мистер Хосе. Вот этот барабанщик, знаете, как играет? Я сейчас вам покажу. Вот после каждого концерта, да? Да, вот сейчас. Вот что он делает с тарелкой, посмотрите. Каждый раз. Гуайверо. У нас очень хорошая брас-секция, потому что это настоящие кубинские мастера. Куба всегда отличалась своей школой трубы и тромбона, поэтому вот эти люди, они, можно сказать, единственные в своем роде на сегодняшний день у нас. Это первая труба, Хил Хендерсон. Вторая труба, Павло Меса. И, между прочим, этот человек незаменимый мистер Велин. Вы слышали, что он еще и так поет, да? Ну, знаете, когда на Кавказе была война в Грозном, все мальчики маленькие, которые бегали по улице, мечтали стать, там, ну, естественно, что они видели, как будто и там, боевиками, там им нравились автоматы, пулеметы. Только один маленький чеченец мечтал стать звукорежиссером. Только один, единственный. И вот когда все выросли, они стали крутыми его друзья людьми, там, знаете, у них там уже там, положение и так далее. Но он стал круче всех, потому что он играет в нашем оркестре. Это Джабраил Кудроев.
Еще. Еще. Незаменимый Эдуардо Брев, извините, пожалуйста. Спасибо. Вы знаете, я просто на самом деле не так часто говорю в микрофон, поэтому я прошу прощения, просто такая ситуация, что я не так хорошо владею искусственным словом, вы меня поймете. Спасибо вам огромное, и я Гена Георгов. Спасибо. Ай-яй-яй! Bueno, vamos a hacer un tema ahora que... Hay que hacerlo usted, señor. Claro. Una canción romántica, ¿no? ¿Da? ¿Romántico? ¿Da? ¿Rápido? Diana, ¿quieres una canción rápido ahí? Ya, una romántica y una rápido. Ok. Duda. ¡Vamos allá! Ese hombre bésame mucho como si fuera esa noche la última verte junto a mí, piensas que tal vez mañana ya yo estaré lejos, bien lejos de aquí, bésame. Bésame mucho como
Thank you.
посещения. Я надеюсь, вам понравилось. Вы будете приходить на наши концерты. Спасибо огромное вам.